2 марта 2014 год, Харьков. Колонна Евромайдана идет. А здесь у нас пророссийская сила. Это несут портрет парня, харьковчанина, который получил смертельное ранение в Киеве еще в феврале. И вот он, его долго пытались выходить, не смогли спасти. Умер. Государственной администрации жестко выгнали заходивших. Yeah!
Харьков, если встанет, так тут будет. Да. Героям слава! Ну вот. Героям слава! Слава тебе, Господи, а то, ну правда, после вчерашнего зрелища. Ой, знаешь, где тебе? Была. Ну вот я не верилось мне, что это был Харьков. Вот он, Харьков. Мы там спорим, что у нас людьми. Вот он, Харьков. То, что вчера было, я даже не знаю. Не буду я эпитетов. Тоже люди, конечно, завести их легко. Только что видели, как на машину бросались. Уж не знаю. Но здесь удержались, а вчера разошлись. Вот и принципиальная разница. Одни считают, мне так кажется, ради порядка надо заказать всех в асфальт и раздавить танками, а вторые считают, что честь, достоинство человека, жизнь человека выше всего. И порядок должен быть такой, который эти принципы отстаивает. И не жертвует ради этого человеческими жизнями. Разница принципиальная. Одни ради достижения своей цели жертвуют чужими жизнями, а другие свои. Вот это, по-моему, то, что отличает Европу. Люди приносят сюда жертву, а не кого-то. Это мое личное мнение. Харьков, 2 марта, 14 год. Все участвуют в конкурсах, выстроить их в одну линию, чтобы всех можно было увидеть.
Ух ты!